То, что мы сдерживаем в себе в виде страха, гнева или обид, никуда не девается. Если эти состояния имеют долговременный характер, они вписываются в систему оценки и тестирования реальности через отпечаток или набор нейромедиаторов, которые вначале были единовременной реакцией на создавшуюся ситуацию. А затем, когда они становятся основными, они словно реагенты растворяют в себе реальность через нарушение мышления в виде искажения, опущения и обобщения. И появляются неврозы, фобии, панические атаки. Это реакции психики, которые перекормили одними и теми же настроениями или состояниями. В результате это попытка отрыгнуть неэкологичные убеждения и ценности, нарушающие естественное течение психики. Наша психика таким образом пытается восстановиться на когнитивно-поведенческом и эмоционально-волевом уровне или сферах, кому как удобнее.